非常高兴啊，能够见到老朋友。我们今年的二月至三月成功的对中国进行了国事访问，我们就推动中白关系高水平发展达成了重要共识。一年来呢，两国的政治互信是更加巩固了，国际协作也更加的紧密了，我们在共建一带一路合作上也取得了新的成果。当前的国际形势变乱交织，风险挑战是层出不穷，很多意想不到的事情啊，总会突然发生。中方愿同白方加强战略协作，共同推动构建人类命运共同体。Я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества и, как это всегда было между нами, высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше. Мир будет за это благодарен великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес. Прежде всего, это интерес всей планеты.